Стали известны результаты ЕГЭ по географии, литературе и информатике, которые выпускники сдавали 3 июля. 9 человек набрали по 100 баллов по итогам сдачи 3 первых предметов по выбору. 8 выпускников школ Чувашии получили максимальный балл на ЕГЭ по информатике. 1 выпускник набрал наивысшую оценку на экзамене по географии. По литературе не было ни одного 100-бальника. Но 5 выпускников получили 2. По информатике не преодолели минимальный порог 50 выпускников.